На Русском острове прошло открытие Всероссийского форума развития малых городов и исторических поселений. В рамках него участники подведут итоги 8-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также 2-го конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. В нем принимают участие сразу 16 приморских муниципалитетов. Проекты-победители получат от 50 до 300 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство городских территорий. Открытие началось с приветственных слов министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина. По его словам, по результатам голосования, в этом году больше 14 миллионов человек отдали предпочтение той или иной территории. Сразу после торжественной церемонии участники перешли к панельной дискуссии «Управление на основе данных». На ней обсуждали, как эффективнее развивать малые города с населением до 200 тысяч человек. Почему малые города? Всегда, наверное, недостаточно финансирования в малых городах. И поэтому, когда привлекаются федеральные средства, региональные, муниципальные средства на малые города, то возникают совершенно новые площадки, которые создают людям настроение.